Всем привет! Тесла с вами. Сейчас хочу показать вам мою любимую маленькую свалку, электросвалку, на которой, которая больше всего мне нравится. Это было в прошлом мое рабочее место. Я здесь за 5 лет заработал больше 80 тысяч евро. Это левые доходы, это не то, что мне платила фирма. Это левые доходы от находок и так далее. Вот. Ну и остается она моей любимой свалочкой. Вот. Сейчас я вам покажу, как это примерно выглядит. Это значит, вот такое место у нас примерно. Вот такие контейнеры стоят. Вот там маленькие контейнеры. Туда дерево складывают. Здесь маленькие контейнеры. Туда складывают бытовой мусор и так далее. Также бумага, вот контейнеры с крышками стоят, туда бумагу кидают. И вот эти большие 4, 5, 6 контейнеров больших, это все под электроприборы, контейнера. Все здесь складывается отдельно, то есть в один контейнер ложатся холодильники, в другой контейнер идут электропечки, духовки и так далее, всякое вот такой хлам. Вот, потом в следующий контейнер складываются телевизоры, и в следующий контейнер складываются мелкие, все мелкие приборы, такие как фены, да, я не знаю, там тостеры, ну, вся бытовая техника мелкая. Вот, ну и компьютеры и компьютерная техника складывается тоже отдельно. Вот, примерно вот так это выглядит. Сегодня тут закрыто, он работает, этот прием, 2 раза в неделю, поэтому сегодня тут закрыто, заходить не будем. Ну, примерно вы можете уже видеть, как это выглядит. Я сейчас попробую обойти с той стороны, еще раз покажу, где контейнера стоят с той стороны, там тоже двери, конечно, у них закрыты, но тем не менее там еще стоят такие гитабоксы с компьютерами и так далее. Ну и так это вот выглядит с другой стороны. Вот вы видите контейнера. Все, конечно, тут цивильно, все, ничего не валяется. Нету тут действительно свалки, а действительно называется прием электроприборов старых. Ну и также бытового мусора. Вот сейчас подходим, немножко тут стоит. Видимо, в контейнерах уже места не было. Тут рабочие выставили это все просто так, в каких-то боксах. Вот. Ну, вы видите, вот они, компьютеры. Все, что здесь принимается. Вот, конечно, мелкий хлам в другом контейнере находится. Вот, ну и, значит, там вот стоит еще несколько полных гитабоксов. Вон он еще один стоит. Если вот так вот просунуть, вот так видно будет, да? Вот. В общем, вот так вот это место примерно выглядит. Вот. Сегодня я еще поеду на большой, на большую свалку. Вот. Попробую еще там немножко видео снять. Вот, ну и пока заканчиваю, может быть, будет продолжение. Вот еще немножко панорамы. А вот в том городишке маленьком я живу. Ладно, не буду вас загружать пейзажами, поеду дальше. Кое-что люди выкинули, посмотрим, что стоит. Вот здесь стоит. А стоит здесь то, что нам как раз-таки вообще не надо. Это видеомагнитофон, телевизор, какой-то... Короче, говно. Такое я вообще не буду. Ладно, поедем домой.